Добрый день, доброе утро моим подписчикам. Присела сделать себе перекурчик, посмотреть на ютубе комментарии, ответить немножко. Ну, думаю, минут 5-7 посижу. И так поднимаю голову на огурцы с этого ракурса. Такая красота стоит, они желтенькие, цветут. И решила вам снять эту красоту. Здесь не так видно. Над стеночкой им, конечно, похолоднее и похолоднее в тех ангарах, которые крайние. А которые в середочке, им теплее, растут они лучше. Вот так. Холодно утром сегодня. А сколько? 9-10 градусов было. На улице. Но все равно они растут. Это, конечно, не очень холодно, но все равно не тепло. А они вот так вот. У меня как-то в то время не было, чтобы вот походить их вот так порассматривать. Рвем, вижу, что есть подход. И вот вместе с вами рассмотрю. Такие вот есть. Не очень часто, но есть. Попадаются. Вчера у нас было пасмурно, листья я не стала обрывать. А сегодня вот солнышко вышло, но что-то я не начала их обрывать. Хожу посынкую. Просто не знаю, что будет днем. Да, может, сейчас стану пару рядочков оборву. Также я и продолжаю вот обрывать вот так их. Оставляю вот так вот кусочек, когда чуть больше, когда чуть меньше. И он так хорошо засыхает. Тьфу-тьфу-тьфу, мне нравится. За час 4 рядочка я делаю. И получается нормально. Так, ну это южная сторона. Сейчас зайду на северную. Там посмотрим, что... Вот северная. Там низ оборванный. Цена у нас упала. То ли покупателей мало. Вчера 30, сегодня 27. Ну да, покупателей немного. Вот такие пучочечки. Сейчас бы тепло. И пойдут они. Он такой неприхотливый мамлюк, как мы поняли. Растет себе, да растет. Это наверняка пустоцвет такой тут красивый. На каких-то кустах уже видно. Во-первых, вот опять начинают расти пасыночки. И мы кое-где, вот где-то сейчас увидела, показать. Кое-где уже не выдерживаем, если пасыночек уже такой большенький и с огурчиками, отрываем макушечку и оставляем этот масенький пасынок с огурчатами. Такая у него особенность, я не замечала вот этого у других сортов гибридов. То есть вот, если идти вот этот ряд, видите, как хорошо, все видно, все просвечивается. Вот так. Но если зайти с обратной стороны, оттуда изнутри, то обратите внимание, как листья гроздью висят. Ну, соответственно, вот здесь. То есть это южная сторона. Вот они. Лист на листу. Вот такой, как кистью. И они все так. Вот как на солнце они все настроены. То есть они все листья вот эти на южную сторону. И вот эту сторону, конечно, сложнее рвать, искать в листве. Зато эту, когда идешь, оно все просвечивается. Вот такая особенность. Не знаю, я не замечала у лютояра такого. Там уж лежали листья, так все лежали нанизу. Не замечала, чтобы они в одну сторону крутились. Вот так вот они цветут. Не знаю.
понятно, солнце видно, не видно. Все в цветочках. Будем ждать тепла. Я, по-моему, не говорила еще в видео про это. Писала в комментарии. Ну, если поговорила, то извините, повторюсь. Думаем, как же их оставить, удалять пасынки, не удалять. И вот решили вот где-то с вот такой высоты, с такой высоты чуть ниже, как я сказала девочкам, на уровне глаз, оставлять пасынки и оставлять их через один. Вот штучки три мы их оставим. Но еще не решили, на один лист или на два. И вчера Татьяна присылает мне ссылку на Полевод ТВ. Я смотрю этот канал, подписана на него, но это видео зимнее, старое, и я его тогда как-то не с интересом смотрела, меня тогда это не интересовало. И там как раз именно о пасынковке, но о зимней. Так вот там как раз где-то с такого расстояния оставляются пасынки на один лист выше, по-моему. Я так хорошо не рассмотрела, вчера не успела. Времени у меня не было свободного, чтобы вот вникнуть во все. Так прослушала и думаю, я потом посмотрю это точнее. Ну что, смысл? Сначала оставляются пасыночки на один лист, выше на два, потом перекидывается 2-3 раза, и там тоже оставляются, как он говорит, веером. Ну, в этих неотапливаемых нам это не пригодится, я думаю. Ну, хотя бы вот то, что мы начали так делать, это получается, что мы почти правильно делаем. Солнышко сегодня с утра выглянуло, и что-то опять хмарится. Ну, в ангаре тепло, хорошо. Рвем каждый день. Ну, вот если будут ночи холодные, вот меньше 10, то, наверное, перейдем на один. В смысле, через день. Просто мы рвем и стараемся тогда уже оставлять подход покрупнее, чтобы сорвать его завтра. Если надумаем рвать через день, значит придется обрывать огурчик помельче. Но пока держимся. Рвем каждый день с удовольствием. И еще что сегодня ходила же. А, всем спасибо за совет, за сосолочный огурец. Все, решили мы, значит, что раз огурчик выдерживает консервацию, значит, мы его и передадим. А ходила же вчера и сегодня, пыталась сорвать с маленьких гибридов, которые у нас пробные. Они там коротенькие, аккуратненькие. Так вот, хочу сказать, там каждый день рвать точно нечего. Вчера я сорвала там полведерочка. В одном и полведерочка в другом. А сегодня так только донышко прикрылось. То есть эти гибриды не рассчитаны так, чтобы они осенью прям вот перли. Всего вам доброго. Большое спасибо за советы, за подсказку, за участие в наших событиях. Что вам не все равно, как у нас получится, что вы хотите, чтобы у нас все удалось. Спасибо. Всего вам доброго.